Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я хочу вам рассказать вообще о самом лучшем средстве. Очень благодарен буду вам заранее. Спасибо всем. Тот, кто распространит ролик в соцсетях, он многим принесет пользу. Так как препарат швейцарский, аналогов нету. Впервые, когда его возили в Россию, были 5-литровые, в общем, емкости. Сейчас уже 250 миллилитровые попадаются. Ну, может, в дальнейшем 250 миллилитров. То бишь, 5-литровые 250 миллилитров. Может, в дальнейшем и будет еще в меньших емкостях. Но средства, в действительности, аналогов нету, потому что, ну, швейцарцы все-таки добились такого результата. В действительности, колорадского жука мы уничтожаем. Здесь, благодаря моему знакомому, у которого фермерское хозяйство, это он мне подсказал. И сейчас многие тут по даче, в общем, уничтожают. Так как у него большие плантации картофеля. В общем, колорадский жук у нас везде. Тут оккупировал прошлые годы. А сейчас все уже, как несколько лет, мы не знаем, что такое напасть колорадского жука. Мы его просто уничтожаем. Сейчас вот хожу, смотрю. Все обработано было. Картофель, все замечательно. Нигде его нету. В общем, уникальнейшее средство. Эйфория. Запомните. Это не реклама. Это действительность и реальность, который минимум токсичности, максимум результата. Поэтому без, как говорится, химии никуда, потому что, ну, народные средства хороши, но колорадский жук такой адаптируется ко всему, а вот эйфория его уничтожает. Подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.